Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В субботу в Самарской области облачно, местами осадки в виде небольшого дождя, 16-19, тепла днем, ночью 10-11 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 16 градусов, ночью 11 выше 0, северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь, днем плюс 17, ночью плюс 12 градусов, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой дождь, плюс 16 градусов в дневное время, ночью плюс 11, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, геомагнитное поле относительно спокойное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.